Если вы хотите выбраться на природу, но переживаете, что в летнюю жару продукты быстро испортятся, а напитки нагреются на солнце, тогда термосумка вам в помощь. В ней вода всегда останется холодной, а приготовленный обед еще не скоро остынет. Сумки термос применяются чаще всего для хранения и перевозки продуктов, как холодных, так и горячих. Чтобы перевозить охлажденные продукты или напитки, используются кассеты с льдом. Если же перевозить горячие напитки, то просто ложите в данную сумку. В такой сумке продукты могут находиться без изменения температуры около суток. Главное не оставлять ее на солнце. Размер следует подбирать, основываясь на том, что вы собираетесь в нее поместить. Если вы молодая мама и сумка вам нужна для хранения детского питания, то вам удобнее будет приобрести сумку небольших размеров, рассчитанную на объем от 4 до 5 литров. Если же вы планируете пикник со всей семьей, вам подойдет сумка вместительностью от 10 до 15 литров. Самыми большими считаются термосумки объемом до 30 литров. Они в основном отличаются только дизайном и размером. Их внутренняя часть вся сделана из одного материала. Материал называется поливинилхлорид. Сумки могут быть сшиты из ткани или изготовлены из пластмассы, которые называют термоконтейнерами. Практичнее будет приобрести сумку с аккумуляторами холода, то есть водно-соляным раствором. Он дольше, чем обычная вода, сохраняет прохладу. Так что не бойтесь испорченных продуктов, отправляйтесь на природу, но не забудьте прихватить с собой термосумку.